чтобы не замерзли суровой русской зимой. Студенты авиационного колледжа изготавливают печки для наших военных. Задание в учреждении поступило от проектного отдела «Профессионалитет». Ребята со всей ответственностью взялись за выполнение этого поручения. Первоначально они распределили задачи, а затем приступили к выполнению. Каждый из ребят понимает значимость этих печей для наших военнослужащих. Потому что сейчас холодно, им нужно греться, а так они вот поймут то, что студенты им сделали. Может, сейчас будут опять сидеть, вспоминать родных, близких, все это тепло, пускай так хотя бы их ощущают. От листов металла до готового изделия 3 часа. Изготовление, как и положено, начинается с изучения чертежа. Следующим этапом идет подготовка металла. Его зачищают от ржавчины, после уже идет процесс сварки. Важно собрать элементы печи в правильном порядке. От этого зависит дымозабор, чтобы дым выходил из палатки, а не наоборот. Когда ребятам было сказано третьему курсу, что необходимо выполнить определенное задание, ребята, в драку, кто пойдет это выполнять, да? И поэтому, если бы нам сказали 10 их сделать, мы, наверное, бы сделали 10, как ребята мне скажут, за 3 часа. Но пока определились на 2, парни третий курс уже владеют некоторыми способами сварки, и поэтому доверить им выполнение этого задания было, в общем-то, нетрудно. Изготовленные печи ничем не уступают магазинным образцам. Даже лучше, так как при изготовлении используются более толстые листы металла. Авиационный колледж поставит нашим бойцам 2 таких печи. Кирилл Савосин, Герман Баранов, Управда ТВ.